Всем привет! Сегодня партнер этого выпуска Дмитрий Кутузов из компании BIM Group. Дима со своей командой занимается тем, что на этапе подготовки к строительству или во время строительства они занимаются 3D-визуализацией объекта, да, который они строят, и за счет этого они четко знают, то есть если это ремонт, да, то есть, то где будет висеть там поварешка, да. Если это большой объект какой-то промышленный, то вплоть до последней гайки, до последнего винтика, гвоздика, что где будет все находиться. Что это позволяет делать? Это позволяет делать так, что смета на старте строительства и в процессе его окончания останется по сумме одной и той же. И по словам Димы, это позволяет достичь экономии там, 25-30% при стройке или ремонте, да, каких-то помещений. Поэтому те, кто из вас планирует что-то строить, те, кто из вас уже строит, или тот, кто так или иначе связан с 3D-визуализацией или стройкой, вы можете написать Диме в личку и, соответственно, поработать по какому-то направлению или как клиент, или как какой-то партнер. Вот. По поводу call to action, Дима говорит, что ну, вы напишите в личку, в любом случае о чем-то прикольном договоритесь, а так просто с нашего канала скидка 30% на любые его услуги. Ну, я думаю, польза даже дело не в том, что в самой скидке, дело в том, что сколько денег может вам человек сэкономить. Что такое яхта? Эмоции, сердцебиение, 150 ударов в минуту, полет под парусами, просто спокойные посиделки за столом в романтической обстановке и путешествия. Как вы, Сергей, трудовой ваш день длится? Какие комментарии, я не знаю, советы можно какие-то? Сегодня очень устали. Нет, да не то, что устали, да слишком долго солнце садится, уже невозможно, реально. Вот посмотри, до сих пор зайти не можно. Вот единственная трудность сегодня, а так все нормально. Ветерок мог бы чуть-чуть на пару градусов потеплее. Друзья, как вам, как ну, будний день проходит, как в целом? Офигенно. Что могло быть лучше просто? Ну там температура может получше или вода помогает. Меня наняли за 5 лир в день играть в яхту. Очень нравится мне. Я очень доволен. Вместо людей своих работаешь, да, короче? Да. Так, друзья, здесь у вас будут какие-то комментарии? Да. Что делаем? Мы сейчас жарим картошку для нашей второй половинки компании. В общем, картошка жарится хорошо, она была очень вкусная, мы уже ее съели. Поглядываешь в иллюминатор, видишь красивые горы. Очень приглашаю всех в Турцию на яхте. Подписчики спрашивают, а чайник вскипел? Да. Чайник вскипел. Настя, это правда, что вы сегодня будете спать под открытым небом, под одеялом? Да. Все, руками помаши там, как ты едешь. Можно так вот. GoPro. Я свободен! Словно птица в высоте, я свободен наяву, а не во сне. Друзья, смотрите, значит, у нас там готовит белка картошку, готовим во фритюре, в конце добавляем лучок. Лучок нельзя в начале, лучок всегда в конце, иначе он умрет. Вот. Сейчас Владимир, как юрист, отправляется на соседнюю лодку на переговоры за солью. Как соль по-турецки? Силь. Как? Силь, наверное, как по-украински. Силь. Наверное. Силь. Возьмите пакет. Если бы это не пошел нахер было. Да. Причем с языком вообще тяжело. Ну ты как, Владимир, оцениваешь свои силы? Доплывешь? Владимир, 4 года работы. Владимир, 4 года опыта работы в Африке. Че, кто со мной? Я сопровождающий. Ты едешь? Там еще другая лодка. Там нету. Давай, как Андрей Миронов. Ну давайте, мужчины. Друзья,
Это горизонталь. Еще можно показывать плитки оценить. Давай, вот приблизительно вот так вот ровно, вот. 45 градусов. Приблизительно я тоже вижу, что было. Там можете помыть ручки, вот, пожалуйста, в окне зайдите. А, смотрите, абсолютно ровная поверхность у нас по воде ориентируемся. По маслу. Вот эти вот штуки, они улетят. Чьи, не знаю. Это мои. Они улетят запросто, как лампы. Не, ну я просто знаю, что... Не, Кирилл, так прикольно, когда берешь такой запорт, выкидываешь, они улетят. Ну, вопрос времени просто. Итак, сегодня 37-й день нашего путешествия. Нас взяли пираты, а я остался один, я прячусь в шкафу для посуды. Сейчас вот я выбрался, вроде пираты это, немножко ушли. Иди, скотина! А, блядь. Вот, вроде бы вот пираты. Ты не дождешься. Вроде бы пираты, это. Лицо мое не пали. Блядь, пацаны, не бейте нахуй, заебали. Владимир лицо не пали. Лицо не пали. Пока картошку не дожаришь, не выпустим. Один раз, короче, я похудел на 52 килограмма. Покажи, как ты похудел. Воды уже нету. Покажи сзади место, в котором вот, ты похудел. Вот такой снимал. Стал. Вот сзади там, похудание. Вот, это здесь вот мы сырьем. С насосом. С насосом. Элитный вот тюрьма-то, Сергей, получается. Вот так вот мы живем. У нас, значит, каждая каюте туалет. Обыти там вот это все тоже. Каждый туалет у нас есть. Горячая, холодная вода. Вот. Прям все есть. Комфортик. В туалете у нас есть вентиляция. Вот, это такая каюта. Вот здесь мы можем будем спать. Она двухспальная. Ну, я спал на борту, так лучше. Здесь два нелегала, они у нас безбилетники. Давай я тут пока сниму, что снаружи происходит. Вот. Через этот люк, но я боюсь, что я еще до конца похудел. Дети, попробуйте меня достать. Сергей, ну это. Я боюсь, что это будет все очень печально закончиться. Не-не, ну разбери, нормально. Вот, видите, как я. А пузо такое. Проблема Винни-Пуха, короче, вылез. Сергей! Вы, наверное, много меда ели в каюте? Или мы чего-то не знаем? Мы сейчас снимем, вот как я отсюда вылезаю, а покажем вон то маленькое. Вот так вот я в первый день, сегодня первый день нашей регаты. Смотрите, какой я пуленький. Да? Что же будет к концу? Что же будет к концу? Ну это или мед, или балантайн точно. Оп! Че, у вас какие еще ощущения? Ласкутадзе, капитан. Ощущение солнца на коже. Ты че, в тени говоришь, принимала да? участие в управлении яхтой, не знаю, да, что. Я рулила. Ну что ты делала тут? Рассказывай. Я яхты рулила, да. Кстати, а кто цепь спер якорную? Не видели? Это Владимир. Или кто вот не видел, кто якорную цепь украл? Предлагаю выдать ей якорный трос вот этот вот на цепи. На, Сергей. Прикольные записки натуралиста. Натуралиста записки. Вот в этом якоре я
Вот в этом парусе я спал. Настя, расскажи, как тебе было? Страшно? Мне было страшно, когда вот ты залазил вот сюда, а я вот здесь спала. Я боялась, что вот такая туша упадет на меня. Столько счастья сразу свалится. Ну, на голову просто. Вот здесь вот я спал. Ко мне ночью пришел кот. Лизать яйца. Лизать яйца, Володя. Володя ревновал. Вот через такой люк я только что вылез. Вот, смотрите, да. Видите? Вот так ты вот я. Ты двигатель вылез. Через глушитель тоже разбираешь, собираешь. Да. Одной да. отверткой. Учился на этого. У гинеколога. Снимайте горизонт. Снимай горизонт. Снимай горизонт. Свой. Снимай горизонт. Сейчас. Подожди, горизонт снимем. Давай. Показывай горизонт. Интересно, какая полка загорает. Вот эти два, царь, зам царя. Придумали новую игру Додик. Если вы хотите с нами сыграть в Додик, то вам покупайте карты. Да, и возьмите еще сгущенки. Проигрывать придется много. И сосисек. Чтобы как-то сгладить вот сладости, горечь, утрат, чем-то понадобится. А это кто такие? А это на Москве 412. Это, кстати, новая модель. А, москвича, да, X412, прототип. Причем 3 литра в час, 2-3 литра в час. Она прототипная, вот, она сейчас выйдет из воды и поедет прям по асфальту. Но, что еще расскажете, пацаны? Володя, вон, Володя, а ты жену нашел новую? Нет, мы тебе, Слав, тебе хоть подобрали. Да, мне хоть жену подобрали. Как-то топ, то, да, кастинг был небольшой, и мы попали с точностью 100%, конверсия 100%, целевая аудитория 100%. Сейчас вот мы снимаем горизонт. Сергей, скажите, кому не стоит ехать на яхте? У кого нет такого горизонта? То есть если горизонт слабый, то одежда не поможет, да? Вообще. Вот если вы в такой вот люк не сможете пролезть, и даже в такой, то не переживайте, есть вот такой люк. Это вот у нас вообще VIP-каюта, это сауна у нас на корабле, VIP-ка. Вот, это для супер, это для гостей. Нет, там туалет вместе с этим, что ли? С душем. Там все есть. Офигеть. А, и тут буйки мы хранили вот так, да? Я здесь первый день спал, первую ночь. Причем спал, потому что залез и лезет на гладик. Да. Я не смог. Это вот пираты на москвиче. Но у нас яхта вообще крутая. Правда, мы все что-то рванулись, блядь, все валяемся как это, как лягушки. На то, на. Блин, потому что не надо было море ловить. Настен, скажи что-нибудь. Так, это лишнее за борт. Давай, Настюха, что-нибудь говори. Яхта – это идеальное место для загара. Потому что от воды отражается, отовсюду отражается. Заняться больше нечем. Главное не сгореть, как Артем горелый. Жжет, который да, у нас надо жжет. Аккуратно. Еще идеальное место, чтобы, ну, кому надо похудеть. Потому что будет тонить, полоскать. Да. Но недолго. Ну, Васильев, это исключение. Не больше 6 дней, потому что туры на яхтинге 6 дней. Да. И поаккуратнее с коком, все-таки он должен быть осознанным человеком и стрессоустойчивым. Кока эксплуатирует вообще вдоль и поперек. Короче, если вы решили проверить себя и свою команду, то внизу ссылка, покупайте билеты. Под мышкой? Под мышкой, да, вот тут ссылка. Вот тут вот, под мышкой. И покупайте билеты, и мы организуем вам тур. Парам-парам-пам.